Насколько сложно было настроиться именно в материале? Нам тренера перед игрой за 2 дня сказали, что надо выйти сконцентрированным на игру и отдаться полностью. Быстрые 2 гола, потом еще, собственно, 3-8-0. Не расслабила эта команда? Нас тренера держали в тонусе, подгонялись, не давали расслабиться все время. Твоя первая шайба, как долго ждал этого эпизода? И кто уже успел поздравить? Ждал все 12 игр. Поздравили уже вся команда, и там пару друзей уже написали. Что не получалось раньше? Что мешало забить? Не знаю. Меньше бросал. Надо больше этому внимания уделять. Крупная победа сегодня. Как будете мотивироваться на завтра? Также работать. Главное забить первые быстрые голы, и дальше игра сама пойдет.